Здорово, ёпт, бандиты! С вами Стив Про, и сегодня я вам покажу один FPS в Майнкрафте. Pocket Edition. Собственно, если вы любите, когда вот плавится телефон и пахнет плавленым, а точнее плавленной пластиной или пластмассой, то обязательно смотрите данное видео, и вы увидите, как испытать свое Android-устройство. Я не знаю, что будет на iOS, но я знаю, что будет на моем телефоне. Друзья, ну будьте готовы, что у вас начнется плавиться батарея. Ладно, это все шутки, я знаю, да, давайте теперь за кадровый юмор. Было смешно, давайте смейтесь. Ну ладно, собственно, что ж. Для этого испытания нам понадобится всего лишь одно зелье. Ну, вы можете взять зелье прыгучести, можете взять зелье урона, как вам угодно. Ну, а я возьму зелье невидимости, и это оседающее зелье. Собственно, если вы первый раз кинете его, то FPS не изменится. Он даже каким-то боком прирастет. Ладно, а что будет, если вы бросите еще? FPS уменьшится. А что будет, если вы бросите очень много? Ух ты, друзья. FPS просел до 13. Что происходит? Ладно. Ладно, ладно, ладно. 21 кадр в секунду. А что будет, если вы бросите просто кучу таких зелий? Ну, вот теперь начинается полная жесть. 4 кадра. Что ж, давайте один кадр, один кадр. Один кадр, друзья. Вот запомните это мгновение. Один кадр в секунду в нашем Майнкрафте. О, давайте даже считать, сколько раз я бросил этих зелий. Сейчас все пройдет, и мы заново этот эксперимент повторим вместе с вами. Что ж, давайте, давайте, давайте. Ну, ждем, когда же это все пройдет. Ну, быстрее, быстрее. Ну. Отлично. Что ж, давайте считать. Раз. Ух, так невозможно, это можно посчитать. Ладно, давайте кидать теперь по максимуму. То есть, кинем столько, сколько сможем кинуть. Ух ты. Друзья, больше кидать не могу. Я кидаю, но оно не кидается. Один кадр в секунду. Ну, это просто смешно. Я уже чувствую запах плавления пластмассы. Мне кажется, у меня телефон горит. Пора тушить. Ну, собственно, друзья, вот таким методом вы можете проверить, насколько терпелив ваш Android-телефон. Ну, а вот с такими лагами, наверное, я буду заканчивать данное видео. Собственно, не забывайте ставить лайки, ну и, конечно, подписываться на канал. Ну, а с вами был я, ну и, собственно, всем до скорых встреч!